первоклассница Анна Киржманова сегодня впервые выступала на сцене, исполняла частушки и танцевала. Признается, теперь будет активно участвовать в школьных концертах. Страшно не было, ведь на сцену вышла вместе с мамой-гармонисткой. Мы пели, танцевали и рассказывали стихи. Мне не было страшно. Мне понравилось. Этот праздник традиционный, мы отмечаем каждый год. Мои родители всегда участвовали на Масленице, папа всегда играл на гармоне, а мама пекла блины. Мне по наследству это все досталось, и сейчас мы с дочкой все это передаем в школу. У первоклашек дебют, но для школы проводы Масленицы – традиция. Каждый год здесь проходит блинный марафон. Школьники участвуют в конкурсе на лучшее оформление стола. Вместе с родителями придумывают блюда, которые оценивает жюри. А в актовом зале в это время проходит культурная программа, посвященная празднику. По традиции все заканчивается поеданием блинов. Все вместе, ни один ребенок не был у нас в стороне, все были задействованы. Первый праздник в школе такого характера, это впервые. Поэтому нам есть какой опыт перенять, как его усовершенствовать, как ярче и праздничнее подготовиться к данному мероприятию. Для всех любителей творчества на празднике организовали мастер-класс по росписи шоперов в подарок для жен и детей участников СВО. Полина Чулюкова, Сергей Баслин, события.